Ну что, доброе утро, мои дорогие друзья. У меня сегодня четверг. Я продолжаю снимать серию своих видео каждые, значит, 24 часа со мной. Ну, это, конечно, не все 24 часа. Сегодня все как обычно. Встала по будильнику, собрала детей в школу, развезла их, и теперь опять грузовиковые дела, так сказать, у нас беготня. Вот, что-то жду где-то. Муж сейчас не только ремонт, а еще и всякие дела. Ой, ворчун, 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 да. Погода отличная. Все мокренькое. Ночью, видимо, был дождь. Прелесть. Покормила мега смешную собачку наших знакомых. Я у нее ассоциируюсь с едой, я ей всегда что-нибудь даю. Сегодня она что-то такая голодная. Она очень смешная, она когда кушает, гоняет свой хвост. Сейчас, если сделает, не знаю. Ой, бедняжка пугается. Бедная. Ей так нравится то, что я ей приношу иногда хлеб. Ну, когда рядом стоишь, она не бегает за своим хвостом. Такая смешная. Пошла ругаться со своим хвостом. А вот, собственно, почему мы так бегаем много. Первая моя прогулка на новом грузовике. Время без 20:10. Хочу вот вам показать, какое замечательное зарядное устройство купила для грузовика, для телефона. Ну, во-первых, тут для двух проводов, а здесь два адаптера. Значит, один обычный, а новые телефоны сейчас, если вы заметили, самые новые стали, на них другой этот адаптер. Адаптер, как это называется? Ну, короче, шире и уже не подходит. А это значит двумя. Один на другой одевается. Вчера вырубилась так, что не успела даже поставить заряжаться телефон. Вот сейчас загружаю. Смотрите, он еще и мерцает в темноте. Какой прикол. Видите? Заряжается, мерцает. Сейчас в темное место заехали в тенечек. Вот это прикол. Хотели бы себе такой зарядитель? Ну все, покаталась сегодня. Думаю, закончила утреннюю помощь мужу. Сейчас будет время на себя. У нас сегодня какой-то день отдыха. Сижу, кайфую, катаюсь на грузовиках. Работать меня вообще сегодня не заставляют. И чувствую, как башка наконец-то начинает расслабляться. Я прям прихожу в себя где-то вот здесь, уже вот отсюда, где-то уже по полочкам расставлены мысли. Ну, это же у нас сейчас еще вторая неделя подходит к концу, как началась школа. Для меня это всегда жуткий стресс. Вывели коз.
вывела слиц, а конь застрял. Хочу его вывести сегодня вот здесь. А слицы сразу принимают солнечно-грязевые ванны. Смотрите, как мило это выглядит. Сейчас еще конь сюда придет. Как вы помните, вчера я их домой завела, потому что ночью ожидался дождь, и он был очень сильный. Ой, кита. Кормилицы мои. Ой, себе карпоин. Дип мясо. Оп. Браво, штуку. Разные. Эх, у меня мандрии, да. Я катила. Трейлер. Для лошадей и для коров. Это одно нашего друга. Он его привез, чтобы забрать быка. Ой, мам. Экс. Экс. Элакс. Теленочек вырос. Снимай маску, ниндзя. Снимай. Как дышать будешь? Это голубая тетрадка. Я вот здесь это написала. Еще надо из музыки. Давай, составляй. Машенька сама делает уроки. Совсем не мешает маме работать над каналом, да? Да. Умничка. Я тем временем сижу, загружаю видео. Смотрите, в кадр попала моя любимая кукла. А знаете, что я ее привезла прямо из Ташкента. 150 лет назад. Моя любимая игрушка. Так. Чего я все время отвлекаюсь? А, ну уже пора, потому что собираться за детенышем, за вторым в школу. Вот поставила загружаться еще одно видео. Тут у меня вот всякие тетрадки, диссертации пишу. А, и вот что хотела сказать, вспомнила. А, как прикольно получается. У меня сегодня всего лишь 24 сентября. Я записываю видео. Вот это видео опубликуется где-то в середине ноября. В один из понедельников ноября. На самом деле сегодня у меня четверг. А, я загружаю видосы сейчас. На конец октября и начало ноября. Представляете, какая путаница в датах. Безобразие. Все. Едем за вторым детенышем. За Колей. Сейчас он будет у нас без настроения, уставший. Нужно будет накормить, переодеть. А затем уже мы поедем на ферму кормить животных. Сегодня такие красивые облака, друзья мои. Прямо сейчас я покажу вам. Дверь открыта, да. Что ты как мяч прыгаешь? А? И едем на ферму. Время почти. Да, я пока добираюсь. Кто кого чего? О-о! Видите, как ждут милашки наши, глазочки. Так, а время, кстати, не договорилась же, время 7.
7. Очень мы сегодня запоздали, но я сделала заготовки для двух видосов и записала еще одно на детский канал видео. Вот наши самосюрики. Давай, жри, самосер. Эй, этот, как там тебе? Мурзик? Мурзик! Барсик, иди сюда. Ну, тарахтит, тарахтит. Тарахтит, тарахтит. Куда сейчас убрёмся? Малыши, миленькие, ничего, пусть присидятся пока что, а потом выпустим. Сразу доится. Сегодня сразу две будут доиться. Что такая грязная стала, такая хорошая. Хорошенькая. И вот еще одна хорошенькая. Ешь. 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 Ну давай попробуем. Ешь. 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 Тебе интересно телефон? Давай, ну. Ешь. Браво, браво. Вот, молодец. Браво, так целую. Молодец. Чем ты такие у меня сопляны такие? Вот кто еще пришел, ластиц. Такая моя девочка. А ты умеешь ногу подавать? А, ты умеешь, да. И вид в свое время сломала ногу. И все прошло. Представляете, все прошло. Нога починилась. Это Альфа. Дремит, ну я ее уже погладила. Кого я еще не гладила? А, тут у нас самый некрасивый вольер. Но он у нас как бы это сочетается с пастбищем. Здесь вот у них домик. Если хотят, прячутся. Ну ладно, там тут дети одни. Пойду к деткам. Видите, у ослицы на пастбище дождя не предвидится, так что они останутся. Там вот воды им свежей целую кучу. Видите, система здесь через двойную ограду, как набираю воду. Эй, все козы собрались? Да. Можно закрывать и уходить? Смотрите, кого я поймала. Вы здесь останетесь ночевать? В утках? Да. Нет? Я буду наверх. Все, пошлите, стемнело уже. Я хочу поиграть. Пошлите, пошлите.